Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший сегодня в Ялте уже подал заявление с просьбой предоставить ему гражданство. О своем желании получить российский паспорт спортсмен рассказал накануне. Вот сегодня официально оформил все бумаги. Репортаж Виталия Каченко. Об этом, наверное, мечтает каждый человек планеты Земля. Объявить выход легендарного боксера. Встречайте на берегу Черного моря непревзойденный Рой Джонс! Уважаемые дамы и господа, на крымском пирсе знаменитый капитан Хук. На открытую тренировку лучшего боксера десятилетия во всем мире сбежался весь Ялтинский пляж. Селфи со звездой такого масштаба больше, чем мечта. Это звезда. Конечно же, звезда всемирная. Легенда. Я ваш большой фанат, чувак. Ты крутой мужик. На полуострове Рой Джонс так же популярен, как и на родине в США. Его яркие импровизации перед выходом на ринг – это всегда шоу. Он появлялся на публике и в костюме с танцорами, и в балахоне рэпера с кардебалетом. Рой записал несколько музыкальных альбомов. Про свой приезд в Крым он на ходу для нас сложил несколько строк. Встречайте, я приехал в Крым. Я Рой Джонс, и я номер один. Меня все ждут, и вот мы в сборе. Я Рой Джонс, и я на Черном море. Как вас приняли в Крыму? Как вас принимают вас крымские поклонники бокса? В Крыму меня приняли очень хорошо, относятся прекрасно. Здесь меня любят. Я для многих кумир. Им нравится, что я здесь. А я люблю их, и мне нравится быть среди них. Его главное качество на ринге – непредсказуемость своим поведением. Он часто загоняет соперников в угол, играет в кошки-мышки, выставляет даже опытных бойцов недотепами. И даже в нокаут Рой Джонс отправляет, как будто шутя, и только противникам не до смеха. Какой все-таки у вас фирменный удар? Можете показать, только не убейте. Мой любимый удар – это хук. Я пробью через твой блок. Блокируй. Да, вот так. Я бросаю джеб, а ты блокируй. Нет, нет, не так. Блокируй. Вот так, да. А я тебя... Шоумен и продюсер, баскетболист, комментатор и даже актер. Зрители прозвали Роя веселым гением бокса. Вы еще и звезда кинематографа, звезда Голливуда. Вы снимались в таких известных фильмах, как «Адвокат дьявола», «Матрица». Что вы считаете своей главной звездной ролью? Моя любимая кинороль – «Матрица. Перезагрузка». Капитан Баллард. Это совсем не похоже на все, что было раньше. Рой Джонс – боксер, Рой Джонс – комментатор. Это другое. А можете процитировать буквально несколько слов из той роли? Помните? Shut your hole, Bane, before I put you in one. Не заткнешься, Бэйн. Промою тебе мозги. Чемпион мира в четырех весовых категориях, от средней до тяжелой, скоро может стать гражданином России. Об этом накануне он попросил президента Владимира Путина. Уже сегодня 46-летний Рой обратился с заявлением в Федеральную миграционную службу. В графе «Мотивы, побудившие к обращению», он так и написал: «Я люблю Россию, потому что Россия любит меня». Я американец, и я люблю русских. Американцы и русские вечно соперничают, а я хочу, чтобы они были вместе. Спорт и знания должны объединить их. Я хочу помочь построить мост между нашими народами. В Российской Федерации Рой намерен продолжить промоутерскую карьеру. Под нашим флагом спортсмен надеется победить в категории до 91 килограмма. Это позволит ему стать первым в истории обладателем чемпионских поясов во всех весовых категориях. Готовиться к своему самому важному бою Рой хочет в России, которая, возможно, станет для него новой родиной. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Павел Силин. Первый канал. Ялта.